Кипящую воду добавляю надрезанные баклажаны, предварительно добавив соль из расчета на 1 литр воды 30 грамм соли и варю 3-4 минуты. Чтобы баклажаны не всплыли, сверху ложу тарелку. Отварив, оставляю под гнетом примерно часа на 2, для того, чтобы из баклажан полностью вытекла вода. Маринад на 1 литр воды, 70 грамм соли, черный перец горошком, 2 лавровых листа. Доведя до кипения, оставляем до полного остывания. Для фаршировки баклажан зелень, рукола, петрушка, базилик, болгарский перец, горький перец, морковь на крупной терке, а чеснок протру на мелкой. Этой смесью буду фаршировать баклажаны, а все, что останется, положу поверх баклажан. Заливаю остывшим маринадом и оставляю под гнетом на неделю. Через неделю баклажаны готовы к употреблению, но хранить их надо в прохладном месте. Можно переложить в банку и хранить в холодильнике.